Слышишь, да, он всех запакует этими оганевыми. Только монетку надо не дать все-таки. Алхимику. Это злая вещь, по-моему. Не зря я поспал 20 минут перед патчем. Ой, Фурион этот. Новый Фурион. Доктор Кикер. У меня вообще бы два танга, конечно, как круто. Я тебе дам дань одно. Ну, одно пойдет, хоть... если хоть Рубик, дай танго. 150. А 155 же стоил на последнем. Мы в итоге не порезали ману. Ну, на последнем, да. Ну да. Давайте, ребят, главное не пофигить, потому что мы так можем и не вылезти из той ямы. С БХ, что забыл, как вы раньше вылазили? А, на туре. Как ты тут не нафидишь? Ну, типа, зишрак, что был демон, этот самый Фурион. Воу, можно покупать по одному во рту, ребят. Алхимик. New game hosted. Нашин вис, Лесан, ты чекал. А, ему нельзя баунти руну отдать. Идем на нижнюю. Я сюда. Don't give Alchemic Bounty Rune. Идите, не дайте ему ни в коем случае. Бросьте его там, что угодно сделать. Там Лешак, по-моему, там не хотел Alchemic. Да придет он туда, я уверен. Я возьму тут. Да, идет. Я бы взял. Подымай его, бросай, брат. Давай я возьму. Хорош, парк забрал и упрыгал. Прыгай, брат. Не страшно. Мы такой не раз сделали. Вот не 400 голды. А, алхимик? Лол, я пойду курицу ему подрежу. Давай. Саня, тебя бросаю туда? Да. Я просто думал, что трипла будет. Курица просто тоже бонусом хороший продаст. Ты смотри, ты теперь ее с двух ударов в любом случае убиваешь. Она больше хп дала? Ну, как-то там, что курицу с одного удара нельзя убить, по-моему. Да? Не, да, я не с тобой, я курицу. Я понял. Вообще никого нету. Вот где ее найти, блять? Он там сидит. Агани мы фармим тиммейтом. А тупо никого не, а вот пришел. I'm in complete agreement. I should say so. Fascinating. Каким путем он ее ведет, я просто не помню. Он же с нуликом. Absolutely. No argument there. So this ты прикинь? Да, нормально. Я сомневался. Вот ебали. Да вообще тупо забей. Причем меня типу тупо одного крипа, наверное, с линии дал, или два максимум. Я его так набил, я все, уже шел добивать, у меня уже маны нет. А вот и курица. И вот с ТП она такая идет. New game hosted. Я с одного неправильно пишет. New game hosted. Даня, ты не хочешь его? New game ракету hosted. Могу дать. Бегу. Давай. Первого. Ну, нормально. New game hosted. Там может тихий стоять где-то. Не пойду, Ваня. Я тут совсем печалька. Ну, может, сейчас попушу и продаю. Ага. Алхимик там остается надолго, по-моему. Да, есть еще мини? Да вы издеваетесь, что ли? Он второй раз приехал. Да на том же месте. Но это неправильно как-то. Его не видно, где он вообще, этот техис. Наверху стоит. Видно, ты первую партию минул. Понял? И все, вторая партия меня убила? Да. Сильно. Ну, печалька, чё. Да, ну это все классно на линии, стало все дерьмо. Типа 1-0-1. Ничего, Дань, големыш как бы убивается, все, это имба. Ну, да. Ну, алхимик сидит наверху. Ему, кстати, там в натуре долго сидеть.
руну сверху, Ганни мы собирает, блядь, парень. А этот без бота, его тоже можно размять. Выгнать. Может. Подхожу. Идет, наверное. Не, не здесь. Я набегаю, 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 давай. Набегаю. Tinkering about. Шоу нахер, шлёпок. Камбэк систему ему. Ты ты злой, блин. Можешь пойти Тинкера сейчас этого убить, дебила? Мне нечем. Было бы логично. О, вот алхимик только пришел, хочет смерти, я, блядь, чувствую, блин. А я тоже хочу смерти. Мне сказать-то нечего ему. Я через базу туда. Расширяют они кирпич по 60-83 версии. Сейчас мы вам потерпим, твари. Хочу еду. Опа, лишрак. Так они ж взяли этого. Что ты за мной бежишь? Техис, Техиса, поэтому... Я с ультом, если что. Да-да, я сейчас подгоню. Нужно будет их разобрать. Это пока сентри еще не ставил. На СД первым. А, он не даже так вот. Ого, там курица, я так СД, полетела, я гиперскоростная, отвечаю. Можно еще и фуриончика. Заварди это, брат. Вот тут вот. Смотри, заряжает. Не, я поехал. Я от этих умираю. А вот ой, как он ворвался, ребятки. Я походу приплыл. Нет, 6 хп. 6 хп это больше, чем мне надо. Это больше, чем мне надо. Но я потерял много экспы, бабок, всякое это дерьмо. Ты че зашел куда-то сюда попробовать? Там реально ботл дали повязать. Your middle tower is under attack. A research grant. No argument there. Лишак нижнюю руну берет. Можешь пойти, Ваня, обезвредить. У меня уже нет, наверное. А, обезвредить кого? Руны? То есть мины? Техис на мини. Я вот этого бы обезвредил. Капец, у него бомбы взрываются, вы видели? Инстантно. Активируется. Well, isn't that something? Лишак тут. Он с регеном. Что, 9 секунд стампида можно вырвать? Да, да. Он сэндри, скорее всего, уже поставил. Я сзади буду крыть. Ага. Я понял. Да проебал уже. А? Смотри, что это он хочет в натуре здесь? Тинкеринг about. Эй, братка, ну ты шо на лиш... Я тебя выбью. Ты чё, братан? Нет. Чё ты делаешь? Нет, я никак. А что там происходит там? Да забей, там Рубик ослопёс. Он сейчас ещё и стаки, наверное, пойдёт пофармит. У нас, короче, уверенный. Что он тебя сделал? Убил тебя? Он телепортировался и побежал в сторону крипов. Нет, нормально, в принципе. Ну да, нормально. Ой-ой-ой, шо с ТП такое, блять, а как невыгодно умирать? А, я его использовал, сейчас забить. Да не о том. Помажу. Это просто стоит одной, одним спелом спамит. Пёс. Так, я сейчас не, я внизу 6 получаю. Что, ты будешь, или я их заберу? Не, я их заберу, Сань, иначе мне будет вообще... Можешь стакнуть, если можешь. Так, ну, одних только. Я траву никогда так не соберу, потому что у меня дерьмо полное. Я 2 раза на техе взорвался, 1 раз меня тип подставил. Подставил я тебя. Сейчас. Там лишак вот. За нижней руной бежит. Я вот здесь. Давай сдаю.
Потому что этого мы, кажется, не пробьем вообще никак. Он такой. Позитивный. Шачок у вас сейчас. Уходите в инвиз, Саня, беги. О! Почему я попал в эту. А, вот тут центр. Кажется, мы сейчас опять будем наблюдать лишака, который вампирится. Техи с шестой. И мины ставит. Я ТП шу сужу. Сейчас у него ульт заканчивается. А, тут сентри стоит. Он только его прожал. А Техис здесь мину поставил. Одна уже есть. И здесь есть мина. Я Техиса хейр, а блять, он был в курицу. Нету стампита. Мяснул лишак. Ну а как тебе мой урон, блять? Лишак можно. Это дам трек. Пойдем? Да-да. Я понял вас. Держись, прикольно, чё вы здесь снялся, блядь. Бешу, да? Да, я тебя похилю. Фрион ультовал. Там мина, мне бы на ней не взорваться бы. Но он её обезвеживает. А не Фрион ещё. Что, хильнуть тебя или на базу? Не-не, на базу. Алишак ко мне идет, по-моему. Тауэр на миде падает. Шаг с нижней руной, ребят. На миде вышел. У меня есть этот... Да, даггера чуть-чуть. Так, а что мне тут почитать? А Кэрри 0 голд. Понятно. А что у него написано, что у него 0 за голда? Нет. Вообще 0? Ну хоть 2 напиши. Не работает система. Я готов. Можем нападать. Ну вон молодой фейм. Лишак мисует. И у него очень много есть еще. Еще что-то купил. Я дам стампит. Надо вот идти. Сейчас дам тост, сейчас дам тост. Какой маленький рейндж. Че, блять? Ты че с какого? Восьмого. Нормально, я 9-го с даггером сейчас пойду. А, он тоже 9-го сюда. У нас же тинкер. А, 125 рар стоит, кстати. Поздравляйте. Well. Да, блять, Сларк напал на этого самого и сдох. Все, траву есть, ребят. Хоть как-то. Внизу они, по-моему, уже больше не хотят. Они все недавно нафармили, и сейчас будут терпить снизу. Но алхимика у Куриона. Блин, ну тост это сейчас очень как-то по-дерзкому порезали. Ну что это такое? Я его вообще в упор кидал. Иду. Можешь начинать что-то мутиться. А я тут подорвался. Ну ладно. Ой, отходи. Я схожу. Можем ШК, ага. Я брат вам помочь, ребят, но мне некуда лететь там. Нормально, мы двоих развалили. А и Сларк еще пришел. Да, конечно, мины круто взрываются. Инстант вообще. Лол, конечно, трек. Ты видел, что произошло? Да. Бабки, нет, оно... Спасибо, что живой. Ты тупо так натревел. Да, тащу как могу. Да, вообще, ну реально жестко. Не благодарите.
Тупо на травы лах там. Жух, жух, жух. Перезаряжаюсь. Жух, жух, жух. Робот отпускаю. И тебя я унижаю. Я бы мог ее почитать так-то. Мог бы, конечно. Слушай, когда сделали на реарм 125 маны? Или оно было так? Может, я что-то не помню? Не, не, полезно. В этом почти. Не написано. Написано. Ладно. И в последнем, типа, он будет. Да, по-моему, Лешак его сюда идет? Да, да. Похоже, что туда, возможно, слышно. Жух-жух, будет дайгер, я буду летать к вам, потом вторые тревелась сделаю. Вообще на идее. Всех ломать. А там они же чем-то занимаются. Фармят, я думаю. Химик же, он же стакается. Ну да. Ай, какая крыса там бегает. Он как будто бы знает, он вард у них стоит. Можешь разбить. Люди, так будет интересно. Разбить вард. Ты знаешь, что и вард может съесть тангуса? Да. Какая вот бомба. Я иду, можем. Давай. У нас парень режет всех. Я не знаю, куда лететь, где у них бомбы стоят. Давай я банку ставлю. Угу. Удалки. Ты развалил вард? Да. Смотрите, там где-то он на мины вас уведет. Хитрый же. Вот выфурина. Я бегу ракеты бросать. А я на алхимика наполнил. Ну немножко. Давай. И сработались. Ну денег заработали нормально. Клешак, клешак на вас идет. Да? Вот-вот. Ой-ой. Трипл килл. У Тейхиса? Да я мимо проходил, ребят. Я думаю, что-то сделаем? Давай ты там. Боже, что творите? Ай, летит говно. Живем, живем. Можем что-то? Вожди, да, вожди, да. 20 кп, он ваш. Ванчик, режь его, режь. Режь. Хорошо. Давай, я танкую, танкую. Боже, какой уходи, тип, уходи, уходи. Уходи. Просто уходи, я сейчас что-нибудь придумаю. Придумай, придумай, Ваня, думай, думай. Хорошо придумал. Таня, как гоняешь просто, я смотрю. Сейчас, когда дайгер будет, так если честно, я еще взорвал. Я еще не воспользовался той функцией, когда посмотреть золото, блядь, слишком... Слишком человек. Да. Папки идут, устроим им хаос, ребят. Устроим, смотри, ты устраиваешь целый как хаос. Как репан, ты такую заварушку устраиваешь, чтобы ты понимал. И големом тоже, да? И големом тоже взрывают. Имба. Имба не контриса, почти дагер есть. Ну вы и то вы немножко не по таймингу, но у меня свои были проблемы. Отдохнул тут. Оп-оп-оп. Чинно-хоп. А, ребят, вы уж там разваливаете. Я только на топ полетел. А гемочек у нас есть какой-то, потому что... Мины сурвал. Не надо пока драться, подожди чуть-чуть, почти дагер, дайте добью секунду, я к вам прилечу. С тебя нормально справляю. Ты думаешь, что? Стаки иди. Все, все, я готов. Ух ты, ежик! А, ты че? Так вот, да, он жесткий. Я лечу, лечу, есть на крипов. За этого стоит, этого стоит брать. И это и второго тоже. Помажу, Сань, говняши. И друга. Нам уже нет, не доганим появится. А есть уже почти. Нет, нет, и вторые тревела. Техис явно не ожидает, что вот отсюда будет вход на базу. В натуре. Там он мины не наставит. Нет. Марш, марш, марш! Да, нет, можешь? Да, хилюсь и готов. Даже возьму ради этого второй речардж, Сань. Мы разорвали. Все, я готов.
Лететь? Подожди, тут пока никого нет. На бейтик. Если хочешь. Я на топ. Где-то Т сейчас минус ставит. Главное этому балансе не давать, алхимик. Да, да. Что, так, нет, нет, еще 400 голды будет. Не будем бегать. Наверху интересно, малый челч. А тебе нет обгрейда второго лута? Еще нету, я их делаю. Блин, просто стал. Зря, наверное, лоу 2. Вань, лечу там на крипов на миде. Там мины могут быть. Ухожу тогда. Вот тут уже что-то, да. Блин, мне интересно, как будет в Техисе, но что это такое? Нету свободы действий. А что следующий потестим? Свободу действий. I should say so. This goes here. Все, готов подписывать. Херня голды осталось, и второй тревел будет. Найс. Nice. А чё Фурио не делает себе ганима? Жёстко ещё. А ну сейчас проверим золото. Опа! Не иди сюда, не иди сюда. Ты что делаешь? Да, да, да. Я еще немножко далеко. Есть ульт, кстати. Да, да, даю. Найс. Во, я по клифу бегу. Ты нормально продамажил клифу. Сможем вот на это. Еще. Там мины, Саня, скорее всего. Это же люди. Я имею в виду здесь, что он один не заминировал, что это такое? The enemy's middle tower has fallen. Все, есть вторые дрова. Сань, лечу на тебя. Врывайся. Да не, меня сбивает даггер. Ебать алхимик, посмотрите на него. А зачем делать себя ганем? Он кому-то хочет его дать, да? А, ну да, Техи своих и сидит, да. Я врываюсь. А, лол, я понял, в чем смысл их нестроты, блять. Им алхимик всем нафармит эти ебучие. Ганимы. Еще? Или шрапу это нам. Отлично. Надо будет, чтобы ты меня потерял. А он какой-то супер шедл блейд собрал? Да, да, там есть такой. Сенджой. Кстати, для стражевиков, по-моему, нормально. Опа, здравствуйте, не ждали! Можем наступить в этом. Я еще раз телепорт на тебя просто сделаю. Вообще, это очень крутая тема получается. Какая? Ну, он только что я увидел, что он ТП-шится, я прикнулся по типа последний момент и тинкер подним. Конечно, а, ну да. Друга. Я готов, Саня. Поехали, стрелок. Сейчас, подожди. Опа. Ого. А я инвизеров искать вот тут. Лечу, 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 Сашка. Опа, не ждали! И по клифам, через горы. Через горы. Ебать, посмотри, я пробежал. Я уже нажал к вам бежать и прошел. Просто все поломал. А, он типа и ломает деревья? Да, да, да. Готов лететь? Да. Как ураган, блин, сейчас давай. Лечу. А, здравствуйте. Вот здесь алхимик. А, что у них там? Я лечу, лечу. Мы развалим, по идее. Ноль голд. Почему ноль голд написано? Не-не-не, смотрите. А чё ноль голд, ноль голд пишет? Недоработка, что ли? Может, у него действительно ноль голд. Не может такого быть. Смотри. Я без не могу сейчас, без маны. Без не могу. Без не могу. Понял. Фуриона тоже ноль голд. Или это только с Аганем видно, я просто не знаю. Пошел бабки на топ, я заберу. Он Фурион, честно говоря. У меня есть тот самый. Давай, дай. Ой-ой-ой, лечу, лечу, ребят. Это тоже наш? Конечно. Дай, дай, дай. Нет? Тогда мы можно. А вот теперь можно!
Хорошо. Я тихо! Ай, хилить. Работа села. Ничего, ничего, ничего. Слышишь, он задумал. А кто это, кто это? Я хилюсь, Саня. Будешь на меня лететь? Я тут я похилюсь, тогда да. Все, готов. Давай. Прыгаю. На тебя или на него? На тебя или на него? На себя. Помажу. Забавная дотка, забавная. Ой, еще дозаряд вот здесь дешевый, покупаем. Кого ты мажешь, блядь? Кто твой тиммейт? Сори, сори. Говняшами всех вас помажу. Есть... Так, шаг только один бафон. Он реально не рад, что зашел. Не знаю свое место. Терпилы, фармилы. Камбэк-систему им подавай. Эй, вы там не успеваю прилетать, не надо так быстро. Бля, боже, мне так кайф разменивался, теперь не так обидно. А это мы есть, все есть. Дота превратилась в доту? Да. То раньше, блядь, идешь на БХ убивает, а в итоге минус себе. Команде. Да, не сейчас на мяч прилетаешь, да? Да. Он лишь это видишь, там себе не хилится, да. Сейчас баллисту небось захочет убивать. Что он не особо пока. Я лечу. Куда он сейчас вообще охует? А это с не видно, походу. Походу, да. А не добьешь его? Добью, добью. И тебе слово. Он не хочет стрелять. Главное, чтобы бабки давал. Походу не видно с инвиза. Значит, пофиксят, не, по-моему, нормально. Еще много порежут, чё. Мне не хочется, чтобы это резали меня. Меня устраивает. Мне 0 голд не устраивает, что показывает. Я зачем брал? Чтоб видеть, какие богатые бывают люди. Ну чё, заряжай, и я полечу на рампу. А меня тут подорвали еще. Я могу, в принципе. Давай, Сань, я на тебя ТП, и ты побежишь на них. Через клиф и через... Да, 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 готов? Ну да, подожди, никого же нет. Давай. Сейчас кого-то увидим и сразу погнали. Через клиф и через океан. На... Давай, побежим. Поехали! Сквозь вот деревья! Будет. Ой, заруба! Ой, заруба! Не ожидаешься такого захода! Разобрались. Через клиф и через горы. Побежали. Так я из прутов выбежал, я поэтому не проезжал. Да, да, да. Вообще так. Фури, он там завалил немножко. Там жапнули спруты, он думает, сейчас я 8 секунд подержу, блин. И тут-то было. Контрим! Посмотри за бараки, сколько дают. Реально, будет жестко. То есть, ну там типа чены, так и камбэкач будет тяжело сделать очень. Если чуваки зашли на базу и убили, они очень много получили. Через клифы, через океаны. The enemy's middle tower was torn down. Все, я готов. Я готов. Ну что, враги не готовы. Поехали? Поехали. Сюда, твари! Ну, куда ты денешься, блин? Что такое? А, да, постреляй в меня. Ой, там сейчас все будет светиться. А не хочешь купить себе ганими лазерами их там? Да хочу, Вань. Ну ладно. Зачем ты гонку купишь? Смотри, как там все хорошо. Загнали на базу. Вот это мне нравится. Вот это нашинская. Полечу, лечу. Все, чтобы фонтан можно было убивать, да? Опа, по всем, по всем, по всем. Сейчас еще будет. Пошли, пошли, пошли. На, плюху, тварь! Давайте. Бабки-то дает, фармим. Камбэк система нет, шо вы теперь плакать будете на своем фонтане? Сейчас оказывается, камбэк системы нет, то дисраптор раску убиваем. Дисраптор точно может. Дисраптор. Этот, что-то демон. Дисрапшн, дисрапшн. Соляр Крест. Вообще жесть, вот это суппорт.
Это повесил зеркало на друга Сларка своего и бить его. Пофармите теперь вы, инвалиды, на Сларках своих троллях. Саш, это тебе говорят. Это Даня говорит. Залей. Камбэк система им подавай. Кстати, это стоит, чем артефакт Solar Crest. Его надо будет обязательно сделать. Даже несколько можно. Что это за имба? Это типа ну, топ, да. Если враги не собирают БКБ, они ничего не сделают. А если возвратку и этот Solar Crest, то вообще, блядь, не радует. Кинул финик и сдох. Они, по-моему, на фонтане сидят. Возможно, надо пойти разведать. Надо разведать. Я сейчас, хилюсь. 2 секунды и будем врываться. Подождите, подождите. Дайте я похилюсь, чтобы я... 70% защиты же. А, точно. Вообще, все, на... лечу сейчас. А сейчас я еще... Подождите, всех, всех покажу. Лечу на Рубика. Подождите. И засыпаю. Этого взорву? Нет, промазал, промазал. Пошли, пошли, пошли. Ну давай, даю тебе, Ваня, ты защищен. Давай, давай, давай. Хорошо, пошло, хорошо. Что, Бриона можем? Я хилюсь. Сейчас будем. Можем, конечно. Хорошо, хорошо. Это блоткая, я понимаю. Не то, что терпильная, вот это вот, да? Ну да. Разобрались. Я, кстати, в плюсе жестко с этого пайда. Я думаю, все пять по треками. В плюсе добило. Давайте, давайте, ТВ-рочки. Что, 30 минуток? Ну, чуть-чуть помедленнее, да. Через горы, через земляра. А чё, что ты делаешь? А чё там делаешь? На туре. А чё ты на сани не летишь? А я не знаю. Давай подождём. Давай Лешака подождём, да. Будет стампить? Ну, ладно, я... Побежал, ну, побежали. Можем и на Лешака. Так трона нету, по-моему, да. Для Лешака хватило. Трона. А, это, кстати, финны, по-моему. Команда какая? Ну, yes! Которые играли с этим. Рикси, типа. Ну, его друзья, короче. Жебин, вот этот, Сон и Магуайр. Ну, у них что?